государственным символом Российской Федерации – оккупация. Дипломаты, дипломаты, вот ты сейчас лучше не беси меня. Вот ты сейчас лучше меня не беси. Я тебе специально в начале программы сказал, что я такое поведение к нашему флагу воспринимаю как... Поэтому ты лучше веди себя прилично сейчас. А то, я тоже какой-нибудь флаг с тебя сниму. Какой-нибудь флаг с тебя сниму и повешу за галстук. А вот смотри, нет, так очень вот, хорошо. Секунду. Смотри, он спрашивает, а то что? Вот, а то и что? И у нас то же самое получается. Мы вот, говорим, Егор, а что вот, тогда? Вот, собственно говоря, Майкл сейчас, ну, очень рискуя, он как смелый. Раз, вот, особенно смотри. Языком. Ведь... Нет, я прошу, Артем, я прошу тебя. Ты чего? Артем, пожалуйста. Ты думаешь, я языком Артём, не могу? Пожалуйста. Ты думаешь, я языком Артём, не могу, Майкл? Пожалуйста. Ты чего меня провоцируешь? Майкл, вот ты чего меня провоцируешь? Все, Артем, я тебя очень прошу. Друг мой. Я очень прошу. Я же тебе сказал сидеть. Сиди. Майкл, ну ты же знаешь грань. Он не знает грань. Предупредили тебя, пожалуйста. Егор,